Привет всем! Мои покупки в магазине Lidl. Такое вот мясо, тут 600 грамм, здесь 60% свинины и 40% говядины. Такая коробочка одна стоит 2,95 со скидкой. Скидка 25%, старая цена, обычная цена у этой коробки 3,98. Вот я купил две таких коробочки. Еще в магазине Lidl также я купил вот такие вот краковские сосиски. Вот две упаковки. Сейчас я скажу, что тут за содержание. 92% здесь свинины. Вот. И одна такая коробка евро 99 со скидкой. А старая цена 3,19 получается. Да, тут 375 грамм вот находится вес. И если взять килограмм, со скидкой получается 5,31. Это цена со скидкой идет. И также у нас магазин Токмани. Такие простыни куплены. Вот. Вот такие. Размер, как вы видите, 2,40 на 2,60. И вместе две простыни стоили 10 евро. Обычная цена одной такой простыни — это 14 евро 95 центов. А две вместе была скидка, и я купил за 10 евро. Магазин Кэм Сити Маркет. Ко Сити Маркет, кино называют его. Купил вот такие вот ножки куриные. Тут три ножки обычно в такой упаковке идет. И с большой скидкой один килограмм таких ножек стоил 99 центов. Две коробки я купил. Вот. Потом еще этот же магазин. Вот. Очень дешево, очень-очень дешево куплены помидоры. Тоже по 99 центов. Для Финляндии это очень низкая цена. Это была акция большая. Большая, очень дешевые помидоры вот такие. 99 центов. И еще в магазине в этом же были вот такие вот йогурты. Маленькие такие. Тут у нас вот это земляника получается, 200-граммовая пачка. И если покупаешь 8 штук, я взял разные. Вот это вот земляникой. Это уже вот у нас идет малина и персик 2. И вот таких вот с клубникой. То есть 8 штук, какие хочешь, вот йогуртов. 8 штук, 2 евро. То есть одна штучка стоит 25 центов. Если 8 покупаешь, то 2 евро. Старая цена одной такой упаковки 45 центов. Вот, это вот все этот магазин. И у нас еще из Лидла есть. Вот, уценка 30%. Срок годности еще там до марта месяца у нас. То есть неделя там полторы, наверное. Евро 60 пачка. Это маскарпоне. Вот у нас вот такая вот упаковка 500-граммовая. Евро 60 стоит. То есть килограмм, раз-два, килограмм будет, тогда 3,20 стоить с 30% оценкой. И туалетная бумага. Туалетная бумага вот такая. Чтобы видно было. Четырехслойная туалетная бумага. Здесь у нас получается 1, 2, 3, 4. 10 рулонов. Здесь. И такая упаковка стоит 2,99 с большой скидкой. Обычная цена у такой упаковки 4,19. Я купил две упаковки вот таких. Ладно, беру их. И еще вот из магазина Lidl сухие дрожжи. Здесь 6 пачек по 7 грамм. 7 грамм в одной пачечке. И такая упаковка стоила 59 центов сухих дрожжей. В магазине Токмани купил вот такую вот форму для запекания из стекла, французскую. Здесь 3,5 литра объем, размеры 39 на 24. Вот здесь ее можно в духовке использовать до плюс 300 градусов, в холодильнике до минус 40 градусов. Ну вот, микроволновку можно ставить, посудомоечной машине мыть. Вот такая вот стеклянная вещь, сделана во Франции, французская, написано, такая вот фирма. Вот, и эта вещь стоила 5 евро со скидкой,
Старая цена 8 евро. Магазин Токманни. Потом у нас идет магазин Lidl. Такое варенье со скидкой 2,19 стоило. Две штуки я купил. Ставлю сюда. Это клубничное варенье. Вот 1 килограмм. Вот 2,19 это скидка. Потом вот такой вот шоколад, как с печеньем он. Бисквит, вот шоколад и бисквит. Этот вот молочный, а этот капучино крем. Вот, так, таких два шоколада купил. Один такой шоколад со скидкой евро 89 стоил. Тут 300 грамм и 9 кусочков вот таких вот полосочек. Вот. Потом еще из Lidl магазина. Нет, это уже не Lidl. Это магазин Призма. Такие вот коробочки. Здесь идет у нас такой печеночная такая запеканка. 400 грамм, 49 центов со скидкой стоило. Это вот магазин Призма. 49 центов, одна такая упаковочка, 400 граммовая. Это скидка была тоже. Из магазина Lidl еще вот такой вот колбаска печеночная. Здесь у нас 300 грамм и со скидкой евро 15 она стоила. Такая колбаска. Также магазин Призма еще вот такое вот масло подсолнечное. 2,65 обычная цена у него. Подсолнечное масло. И сейчас я уберу в сторону это чуть-чуть. Вот. Брюква. Пакет. Тут 2 килограмма, вот как написано. Евро 49 со скидкой. Это магазин Co-Market. Co-City Market, вернее. Вот такая брюква. И такая вот морковка. 2 килограмма. Тоже евро 49 стоит. Вот такая вот морковочка финская. И еще мешок картошки. Тоже Co-Market магазин. Сейчас я уберу. 5 килограмм картошки, и это стоит, мешок стоит евро 99, то есть 40 центов за килограмм получается. 5 килограмм картошки вот такой. Спасибо всем за просмотр, смотрите мои другие видео, подписывайтесь на мой канал. До новых видео, пока!